и Тони Кросс, который вышел на встречу с Гамбургом. Он тоже долгое время не играл из-за убежать от соперника. В данном случае арбитр он перехитрил. 19-я минута, на табло Бавария исполняет стандарт. Это всегда опасно. Тони Кросс подает с правой ноги. На выходе играет Бауман. На подборе Филипп Лам. Рядом с ним Диего Контента. Еще одна подача на голову Данте. 1-0! 19-я минута. Да. Тут нужно же большим мастерам. Нужен хотя бы один голевой момент. И пожалуйста. Лам выполнил поперечную передачу на Диего Контента. Подача и удар головой Данте нанес чуть ли не с линии штрафной площади. Тут не обвинишь Баумана по невероятной траектории. Мяч полетел, здорово мяч переправил бразилец. Любопытно, что два защитника сделали этот гол, крайний и центральный. Ну а Фрайбург, напомню вам, берет отчаянную борьбу за выживание. Один наверняка уже взяла это чемпионство в Германии. Тут уже Байер вряд ли отыграет такой мандикап. Но другое дело, есть Лига чемпионов, есть кубок, есть еще турниры. Шакири входит в штрафной, удар, 2-0. Воспользовался швейцарец детской ошибкой обороны Фрайбурга. Мяч неожиданно к нему прискакал. Ну а дальше... было делом техники. Для Шакири передача пятку изумительная. В подкате ошибся защитник. Ну а дальше. Смотрите, Кросс сделал передачу на Писарро. Фантастически играет перуанец. И вот дальше вот этот эпизод. Единоборство Шакири с Хёном. Подкат не принес никаких дивидендов Фрайбургу. И подбежавший Оливер Зорк не сумел помешать Шакири пробить, хотя подкорректировал его удар, безусловно. Со стороны посмотришь, ничего выдающегося этот игрок не делает, но насколько понимает игру, насколько чувствует ее. Еще один голевой момент у Баварии сейчас, судя по всему, возникает. Тони Кросс, передача Шакири, 3-0. Полузащита. Давайте смотреть сейчас, что было. Ну, жалко, нам показали в конечную фазу этой атаки. Уже с передачи Кросса на Шакири. Тут, конечно, не нужно быть большим гением, чтобы забить вот с этой позиции. Кросс, конечно, молодец. Шведой неплохую передачу вырезал. А там Мюллер, смотрите, еще мяч подправлял в ворота. Но должен, конечно, гол быть засчитан на Чердана Шакири. Писаро поджидает партнеров. Вот подключение забегания делает Гёце. Писаро сам бьет. 4-0. Как же долго Писаро размышлял, как же ему продолжить эту атаку. Защитники позволили ему выпить чашечку кофе, а потом уже нанести удар разящий. Да, так раскрябанного Бароне против Баварии играть нельзя. Ну вот смотрите. Стояли, смотрели на Писарро, никто не встречал. Ну, боялись свалить, боялись броситься под ноги. Ну, а Писарро, подправив мяч под правую ногу, взял и пробил. У Баумана, по-моему, не было шансов с линии штрафной. Очень сильный удар наносил южноамериканец. Ну и забил гол. Вот то, о чем мы с вами говорили. Писарро, человек, которому нужно немного...